Ну, как бы, вторая часть. Привет, Коул. Поговоришь с доктором Вульфом, и все станет совершенно... Зик, вырубай двигатель! Что там? Блокада порта. Если подойдем ближе, нас потопят. Тогда мне самое время заявить о себе. Погоди! Вот, держи. А он готов? Вроде да. Попробуй. Лети со скоростью света, Ампер Дюпон. Обалдеть. О, что это за штука? Разрядник. Зик, ты мастер. Спасибо. Наслаждайся. Сейчас я ему устрою. О, это что, типа вся моя репутация, что ли? Которая мне изначально далась. Хия! Хия! Слышь, Ко, а твое начальство в курсе наших дел? Ну, я взяла отпуск. А что так? Ты вроде не нарушаешь правил. В агентстве считают, что со зверем должна разобраться армия. У Вольфа есть идеи получше. Это ведь он изобрел лучевую сферу. Хочешь победить зверя? Обращайся к нему. Эй, а вы что тут делаете? Убить его, убить! Зик, твой разрядник что надо? Круто! Но ты там завали пару гадов в мою честь. Обязательно. Без драки не обойдется. Ополчение контролирует все входы в Нью-Море. Там и ладно, мне это нету. Нихрена себе, ты живой? Ничего. Класс. А ты смог бы опустить мост каким-нибудь из своих трюков? Посмотрим. Только не переусердствуй. А то все взлетит на воздух. Заманчиво. Раз и всех одним ударом. Именно. Ну да, женщин, детей, животных. Плевать. Ну, давай. Не сдаваться! Удачно! Не-не-не. Вы уж подождите. Я сейчас тут устрою... Я этого и добиваюсь. Черт! Да шмурно оборот! Что ты наделал? Вокруг него всегда что-то взрывается. Ничего, привыкнешь. Да, все нормально. Клинчи раненых, люди к тебе потянутся. Ну, если не будешь взрывать их дома... Тут кто-то есть. А если, допустим, выпьет твою же одну тебе? Да ну вас. Все. Идем. Я злой. Я ведь злой. Глянем-ка мы меню способности. Параметры, что у нас тут есть? Индикаторы, ла-ла-ла-ла-ла. Параметры. А что хотел? А способности? Альфа-молния. Альфа-взрыв. Альфа-граната. Недоступно. А что это недоступно? Лампа. Недоступно. Короче, этот зверь лишил меня мегаваттного молота и грозы. Ближний бой недоступно. Чё-то всё так недоступно. Что за премия, очевидно? Одно очко опыта за победу над каждым мирным жителем. Эва как? А ты сделал лучший антиграф, нет? Ладно. Умри. Что, у нас второй цвет? Да. Давай, шевелись! Оу, вы даже за меня все сделали. Сейчас мы будем мочить его, походу. Парни! Сейчас корабль подоплю, вы все умрете.
О. С пушкой разобрался. Он впереди наверняка засели ополченцы. И с ними разберусь. Ждем твоего сигнала. Так, куда идти? Ну, тут как бы очевидно. Что-то не грабли, тормознуть. Ну ладно. Ой, ну кто нас подержал? Ну все, проехали. Ого! Идет. Слышь, 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 раз. Два. А, это не то. Можно причаливать. Хорошо, мы тебя догоним и пойдем к Вольфу. Прорыв блокады. Ваше предательство стало значительно более злодейской. Утрата иллюзий, вампиризм, убитый мирный житель, две штуки. Да уж, ополчение не слабо тут развернулось. Город не узнать. Помнишь, как мы тогда? Да. Да, я помню Ньюмар. 4 года назад я тут баловался паркуром. После потопа целые кварталы были заброшены. Лазай сколько хочешь. Даже Зик набрался храбрости и попытал свои силы. Это было круто. В любом другом городе паркурщиков гоняет полиция. Но только не в Ньюмар. Копам тут и без нас было чем заняться. Эх, если бы с Бодуна голова на утро не трещала, тут был бы просто рай. Но все изменилось. Теперь по улицам разгуливают бравые молодцы в масках. Ищут мутантов, над которыми можно поизмываться. В воздухе витает агрессия. А где-то в полумертвых городских джунглях находится то, что даст мне новые силы. Эти головорезы хотят убить меня, чтобы сохранить свой городишко в чистоте. Ну, пусть попробуют. Какой презрительный взгляд. Зик, чуть что, сразу уводи лодку. Так точно, агент. Что, думаешь, будет жарко? После того, что ты устроил на болоте, весь город на ушах. Но зато я не дал им потопить наш корабль. Знаешь, Коул, у тебя такая сила. Используй ее с умом. Не забывай, что ты все-таки человек. Но я не человек. Ого. Верно? Уже нет. Тебе этого не понять. Но ты права. Сила у меня есть. И немалая. Сразу видно злодея. Ладно, проехали. Займемся делом. Но, пожалуйста, не говори ничего Вольфу. Мне стыдно. Доктор Вольф, я вернулась. Со мной Маград. Слава богу, эти твари из ополчения вломились ко мне. Они унесли энергоядро. Черт, где искать? Западный блокпост? Возможно. Его нужно вернуть любой ценой. Ой. Ждите в лаборатории. Мы вас заберем. Черт! Я же есть гранаты. Ну, граната. Ты думаешь, самый умный? Я же сильнее тебя. Вот так. О.
яичек. Расчистили? Пошли. Спасибо. Вперед. А вот еще одна. Вперед! Нравится мне этот город. Очень. Пошли. Где вы? Ополчение вернулось. Они ломятся в дверь. Черт. Коул, разбирайся сам. Энергоядро светится. Ты должен заметить. Я найду его. Спасай Вольфа! Да. Я уже на демке отточил это мастерство. Да, интересно. Иди отсюда. Сам мутант. Мы торопимся, но ты ведь не оставишь дому в беде? Да ну её. Тут много таких случаев, как каждый помогать. Задолбаешься. О, Вольф, я вроде нашел. Вы у себя? Продолжим в следующей части.